Вернуть Совет Безопасности в структуру администрации президента предложил юрист Марат Башимов. Инициатива была озвучена на встрече экспертов по построению модели нового Казахстана. Свое предложение он объяснил тем, что Совбез – это консультативно-совещательный орган, который не требует отдельного аппарата. Отмечу, в 2017 году был принят закон о Совете Безопасности, председателем которого пожизненно назначался Ельбасы. В этом году парламент вновь принял поправки и отменил председательство Назарбаева в Совбезе. Скажите, любому юристу он скажет, Совет Безопасности является простым консультативно-совещательным органом, так же, как и есть у нас комиссия по правам человека при президенте, да, есть там комиссия по защите прав женщин, у них есть вот аппарат, маленький аппарат, и все. Но не так, чтобы отделили от госправового отдела. Поэтому приведение в соответствии всех еще структур самой администрации президента и приведение структуры реформ в этой сфере еще только предстоит.